Это я. Нет! Скажите, я понял правила. Скажите, вы там его играете. А почему бы и нет? Вот! Нет, он ее взял! Ты мне... Стыд с факелом, и они выпагают у него робот. Я понял. А так куда уходят? Всем привет! Сегодня будет битва строителей, в которой мы будем за 2 часа строить мини-игры. Готовы? Да. Погнали! Так. Да. Все, расходитесь по командам тогда. Хочу я широкий. Ой. Все, можете начинать строить. Я выпустил салют. Так, все, я начинаю смотреть ваши мини-игры. Так, первый у нас Фотик. Ну, прошло только полчаса, ему пока я просто прохожусь, смотрю, как обычно. Вот, короче, первая игра. Эй. А, ты, короче, да строишь лучи такие, да? Типа, идут лучи и тут... Надо прыгать. Прикольно? Ух, не заметил. Что не заметил? Сейчас посмотрим. Да ничего. А там что-то наверху. Да. А, тут еще будет битва башен. Короче, ты все свои мини-гейм всегда стырил? Нет. Ну, ладно, все, пойду к следующему. О, привет. Вот. О, смотрите, что этот делает. Вот что построил Фрогджин. Он делает игру про динозавриков в интернете, которую каждый играл. Ладно, строй, удачи тебе, я пойду дальше. Так, дальше у нас кот. Здрасте, паштет. Паштет, чё ты тут? Вот это у тебя скин топовый вообще. Воу, ещё с амогусами. О, ось, это что такое? Это пинбол. А, тут у тебя пинбол. Круто? Блин, такие крутые мини-игры, мне кажется, даже моя... Не очень. Ладно, пойду дальше. Дальше у нас наш любимый Арконус. Так, а, у тебя тут просто ПВПшка. Ясно. Нет, это Пакман. Это Пакман. Ты знаешь, как было в Пакмане? А, Пакман, я знаю. Пакман. А, Пакман, серьезно? Блин, круто. Так, дальше у нас елка последняя. Ну, не последняя, кого я посмотрю. У него тут будут, это, гонки в чашечках. Ну, типа на лодочках. Так, ну а теперь последний, кого я буду смотреть, это я. Начинаем. Так, начинаем смотреть мою мини-игру. Этой мини-игры никто не вспомнит. Эх, потому что это я сам придумал. Вот, короче... Ну, короче, эта мини-игра еще не особо понятна и никому не видно. Я даже сам не знаю, про что это будет мини-игра, но я, короче, построил остров Майнкрафта. Я построил Майнкрафт и вот эту стену, не знаю зачем. Ну все, вот такая у меня мини-игра. Недоделанная, просто остров Майнкрафт, я буду тут прыгать по деревьям. Ну и все, можете идти дальше. Ну все, продолжаем строить. Вы что с ухом творите? Отпустите бедного уха из елок. Начинаем смотреть мини-игры. Начинаем с Фотика. Давайте, пошли. У Фочка тут целых 3 мини-игры сразу он построил. Тут первая, вторая и третья. На первая мини-игра это дуэли. Ну, типа, ладно, понятно, надеюсь. Потом вторая игра, это надо будет отскакивать от лазеров. Это из Epic Mini Games. Ну, и третья это война, короче. Типа... Все, пошли, Арконус. Мы с тобой в команде. Заходим. Так, первая мини-игра, ПВП. Вот такая карта с кактусами, прикольная. Прикольная. В принципе. Так, 3, 2, 1. Дуэль начинается. А, подождите. О, мы одного убили. Мы одного убили. Один остался, пошли в атаку. Мана залога. В атаку, за ухоград. Ты куда? За ухоград, в атаку. Нет! Ой, Арконус садился, я один остался. Нет, не надо. Ай, что творится? Ух, живи. Блин. К вам там бежит человек с этим. А, двое, уходи, так нечестно, так нельзя. Кто победил? Еще никто. Я почти еще не был. Блин, как-то это не так, ребят. Давай, ух, очень близко.
Ты чуть в меня не попал. Я в тебя не собирался, я хотел его. Блин, не могу я попасть, очень в упор попадаю. Ну потому что за кактусом. Да он у него кактус, это лычка. Скоро пульки очень любимые, там сурья было. Они медленно летят. Ладно, все, сближаемся. О, заупаград. Ооо, минус фотик. Молодец. Топчик моменте. Честно, он близко. Близко? Но ты же тоже мог стрельнуть меня. Так я не успел. Ой. Ты тем более прыгал. Меня убил. Ух, ах ты. Почему я умер? Ладно, все, хватит драться. Давай, хватит. Ладно. Давай, все, перестаем. Давай. Полетели на вторую игру. В первой игре победила команда Уха. Ну, то есть Ухоградцев. Пошли. Арконус, мы снова с тобой в команде. Всё, так, давай, включай. Пистолеты на всякий случай возьмите. Я потом, может, мы ПВПшку устроим. Да. 3, 2, 1, давай, лазерами своими. Давай, импостер. О, что так быстро-то? Лагает вообще. Давай. Раз, два, три. Поехали. Зачем? А стоп, камеру включать надо? Все в камеру зайдите, так сложнее просто. Так, ну а теперь устраиваем дуэль. Тут, прямо. За команду Ухограда. Бьем его. Ухо убивай. Ай. Ты победил? Да. Все, минус. Команда Ухо победила второй раз уже. То есть Ухограда. Белград непобедим, ееее! Ай. Арконус известен. Так, осталось только его уничтожить. Все, пресс, гидро, увеличить. Что это такое? Все, идем. Открой стекло, надо. Уходи! Открой стекло! Открой стекло, так нечестно. Давайте теперь... Нет, подожди, его же надо добить, он же последний в своей команде. Удали стекло. Давай. Ты его бьешь? Нет, они меня закрыли в комнате. Что? Вы как посмели? Она получает. Он блок сломал, чтобы меня подстрелить. Ну, два раза мы победили. Ухоград. Стойте, садитесь на табуретки и ставьте себе этот. Что ставить? Ну, ставьте, короче. Ну, вот так просто. А зачем? И потом будем ставить, короче, динамит и с помощью пушек. Да я понял. Отойди отсюда. Ходи, фотик. Ай, да стоп. Ух ты, что сделал? Это я, Камикадзе. Что ты сделал? Что? Блин, плохо. А то у меня теперь голова Камикадзе. Я летающий. Я билдебот прошел на этом. Так, все, время снимать новый видеоролик. Нет, чуть-чуть мимо полетел, ну ладно. Ну почти прошел. О, чё я нубик? Это прикол. А, да, кстати, я тоже был нубик. Смотрите на меня, я бомба в прямом смысле. Я бомба. Начинаем. Взрываем все. А, это ты что делаешь? Я взрываю вас. Это же моя цель. Читер, ух ты. Бомба. Ой, я сам. Не запрещал. Эх, бедный нубик. Чем победили? Короче, нужно просто становиться бомбой и атаковать вражескую базу. Камикадзе. Ой. Там что происходит? Короче, давайте нормально сыграем. Вот именно. Сейчас я буду мастером говорить. Ух, они многовато ли? Эй! Что ты делаешь? Ты что делаешь? Ты на своих нападаешь. Осторожно надо, а то я свою базу взорву уже. Осторожно. Спеша. Это что такое? Ой. Мама, что творишь? У меня веревки насквозь моей головы прошли. Веревки? Да. Я сделал... Поехали, давайте, поехали, вы идете? Че у вас там? Все, игра начинается. Технические неполадки, я этот... Начинается. Что такое? Это хеликоптер. Хеликоптер. Ай, я почему-то урон особо не нанес так. Это вообще как так, играть? Будем урон наносить критически, да? Как взрывать-то все? Что-то непонятная немного игра, потому что тут сложно играть немного. Но пока... Ой, блин, что вы делаете? Фотик, я сейчас тебя сам взорву. Сам в космос улетел, наша база жива. А твоя не будет жива. Эх, бедная маска. Все, я мастер.
А, это бронежилет. Я взрываю их базу, как и фотика. Они наши взрывают. Не надо. Я фотика взрываю. Я только динамит надел. Ой, сегодня немного. Все, убрали фотика. Ломаем его базу. А еще наверное. Это не точно. А кто-то все ломает. Улетай отсюда. Я не. Ну хорошо. Взрывай. Взрываем там все. Давайте последний игрок. Хлестики и нолики. Подожди. Почему не взрываешься? Че, давайте клестики и нолики. Давайте клестики и нолики уже играть, а то тут это. А, ты себе везде взял игру. Я первый играю с тобой. Чпок. Ходи. На, я, кстати, нубик. Ладно. У нас нубик. Ту-ту-ту-ру. Вы пока там играйте с Арконусом, а я тут. Ту-ту-ту-ру. Давай, ходи. Я хожу. Ладно. Что ты сделаешь? Ходи. Нет. Ах ты, гад. Конус. Что у вас творится? Арткон. Нет, так нечестно. Я вообще впервые ухо границы. Эй. Ой, Има, смотрите, что я сделаю. Ладно. Нерабочая. Ладно, все. Подожди. Стоп, почему мы не можем нормально играть-то? Ну, получается, такие у тебя были мини-игры. У тебя была сначала такая мини-игра дуэль, потом лазеры, давай потом война. Давай, взрывайся! А, что вы делаете? Все, давай, удаляй свою мини-игру и теперь загружай там конус. А, ну давай. Так, ты там вроде бы для меня подарок готовил, да? А, нет, просто чёрт, я! Почему нету подарка? Это сейв, который без подарочка. Это, короче, у нас Пакман. Во-первых, все внимание, здесь есть пасхалочка. Здесь у нас 4 зэга кружили этого чиза, и один из них стоит с факелом, и они выпагают у него робоксы. Ух, сегодня так, будет что, убегать да? И ловить монетки вот эти. А кстати, круто, что ты сделал механизм, чтобы хватать можно монетки. Молодец. Одевайте Пакмана. Отключаю тебе микрофон навсегда. Так, вы одевайте костюмы Пакмана. Подожди, сейчас. Зэки тебя окружили. А, зэки. У меня нет робоксов. Я вас Нет, мы съедаем по одной конфете. Подвиньте. И также нам надо взять по сабле. Так, а что там? Берите сабли. По сабле. Не забудьте по пушке. Нет, пушки не берем. Возьмите вон. И по конфетикам. А можно взять? Нет, нельзя. А ну зачем ты это сделал? Заходите туда. Эй, так нечестно. Хочу времени убивать людей. Убери саблю из рук. Ты специально это делаешь, я знаю. Нет, я не специально. Да я знаю, свои не специально. Да ё-моё. Одевайся, милый. Все, вы одели костюмы этих привидений. А я буду от вас убегать, короче. Подожди, все, отдел? Готовы? Я убегаю. Считайте до 10 и идите за мной. Стой. Мы сейчас будем привидений их расфиксировать. Давайте. Давай допить. Раз, два. Я уже собрал одну монетку. Я тоже убил. Короче, оказывается, вообще нам рядом тут нельзя держать сабли, надо. Так, я уже собрал 3 монетки. Ладно, у нас минус фотик тогда. Фотик, заходи просто так, но без привидений. Ой, я нашел конфету скрытую. Я даже... Опа, это монетка, которую ух не трогал. Вот! Нет, он ее взял! Ты мне зачем саблю сломал? Ты мне слабо саблю сломал. Жесть ты. Ух сюда. Ух, а вот... Все, последняя. А, нет, не последняя. Нельзя пушки использовать. Так, Пакман ожил. Ух, я убегаю. Ловите ухо. Все, ломайте крышу, я уже все конфеты нашел. Сейчас я возьму. Нет. Они их выключают, я помню, я эти включал. Выключать конфеты нельзя. Кто будет выключать? Они берут и хотят, чтобы я проиграл, поэтому их выключали. Вот, блин, хитрецы. Я убил еще одного. Я убил убийцу. Все. Я, короче, ладно. Победил Пакмана. Вообще, они должны были спускаться вниз, но, видимо, ты не по кнопочке нажимаешь. Арконус будет убегать. Так, а мы одеваем вот эти костюмы этих впереди. 5 секунд. 5. Беги отсюда. А, сабли? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
верю, нет, не знаю. Арконус проиграл. Не успел все. Я тебя съел. Сейчас у нас будет убегать Фотик, а мы снова одеваем костюмы Пакманов. Ой. Он пожертвовал собой ради тебя. Ну да. Нет, это незаконно вообще-то. Законно. Ты пользовался читами, саблей, этим, но мы все равно тебя победили, и ты не успел. Просто я монетку съел. Ну а теперь у нас будет... Рокджунг у нас будет. Раз, два, три, четыре, пять. Все. То есть монетки, да. Монетки. Первого лица играю. Ой, конфету он берет себе. Ну ладно. Он уже проиграл. Нет, все, я его уже этот зарезал. Ну ладно, давайте посмотрим, сколько он конфет. Раз, два, три, четыре. Три монеты всего лишь сломал. Не, ну со мной играть вообще невозможно. Да, ты читер. Нет, я не читер. Не, ну я просто тут, вот я помню, как когда я тут был, я тут всех, кажется, победил. Здравствуйте. Нет, ты оставил две монеты. Нет, я говорю, я всех тут этих, на карте, кто был. Кто выживал, пытался. Ну ладно, давайте. Кого мини-игру сейчас будем смотреть? Мою. А, ну давай. Так, это игра динозаврик. Про динозаврика из интернета. Когда у вас нету интернета, вы в Тиктикдам его играете. Кстати, у кого какой рекорд в комментах? Пишите. Так, ну давай, я попробую поиграть. Что это за кнопку? Ух, проиграл. Ты чё? Да, ты бачь кнопку. Ладно. Короче, ой, дайте я улетаю. Ой, сейчас. Вот я динозаврик. Мне нужно, короче, перебегать через... А вот так можно как птичка летать? Нет. А почему бы и нет? Ладно, давайте буду честно проходить. Сейчас. 3, 2, 1, поехали. Ой, куда ехать-то? Я прыгнул. Ой. Оп. Нет, я еще не проиграл, подожди. Оп. 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 И... Хоп. Как это я проиграл? Ну, раз я проиграл, то напоследок испортим этого динозавра. Ну, игра про динозавра. Ну, немножко она не проработана, потому что тут ты можешь вот так по небу летать, и проходить нормально невозможно. А ты мог сделать получше. Ну, ладно. Ой, это... Что там происходит? Все, удаляйте и готовьте свои эти, глаза, чтобы увидеть мою мини-игру. Давай, я готов. Она уже понимает. Вообще-то мы ее уже смотрели, но у нас под потом запись там сломалась, так что мы сейчас заново все снимаем, так что, ну. Да. Вы сейчас не будете в таком шоке, как были тогда. Ай. Не заходите никуда. Да. Сюда идите. Нет, не заходите никуда. Не заходите. Так. Кто в какой команде? Я в команде ухоградцев. Я тоже в команде ухоградцев. Так, вы вдвоем с Фотиком. Давайте, Фрокджун и Фотик. А мы с тобой. Тогда, ух, давай, ты будешь этим командиром, а я буду тогда этим. Фотик, ты будешь командиром команды. Заходи в синий портал. Фотик, заходи в синий портал. Стой, ты заходи в красный. И Арконус тоже красный. Красный. Хорошо. Так. Вы, сейчас я объясню вам двоим, вы находитесь на острове, он будет дрожать, ваша цель на нем просто устоять, понятно? Хорошо. Пока что возьмите пистолеты, потом вы будете стреляться, когда я скажу, вот. Окей. Мечи брать нельзя, мечи нельзя. Теперь я пойду к Фотику, чтобы объяснить, что делает командир команды, пока его команда там погибает, так сказать. Так, короче, твоя цель, видишь на дороге, там есть кнопки, да? Да. Посмотри, ты же синяя команда, да? Да. Смотри, сейчас я тебе фокус покажу. Ой. Я уже считаюсь. Вы на кнопку нажимали, да, мне кажется? Ну ладно. Смотри. Стойте, пока там стойте, я заново загружу. Короче, вот, если ты нажмешь на синюю кнопку, то у тебя появится кнопка, смотри. Фотик. Это сложно понять, но смотри. Тебе нельзя нажимать на красную кнопку, Фотик. Ты нажимаешь на синюю кнопку, у тебя появляется тут такой поршень. И ты можешь активировать пушки. Стрелять по острову или по моей команде. Понял?
Также а есть на этом мосте. Что там происходит? Ой, блин. Ой, блин. Живи. Вот тут есть вторая кнопка. Тебе нельзя нажимать на красную, потому что если ты нажмешь на красную, тогда да, кнопка появится у меня. Понял? Помогите! Блин, что у вас творится? Ну вот так как-то. Все, собирайтесь, давайте. Так. Кнопочка. И нет, не нажимай. Ты нажал? Я не нажал. И на нее я нажимаю. Пошли туда. Ты иди в синюю. Ладно. Ты иди в синюю, а я в красную. Ой. Эй, вы что тут делаете? Что вы творите? Так, все сюда подойдите, все сюда. Все с самого начала начнем. Она немного сложна в понимании, но вам сейчас все объясню. У нас будет две команды. Сейчас я вам все покажу. Будет лидер команды, который будет находиться на базе и управлять кнопками, стрелять из пушек. И будет один из представителей его команды. Он будет находиться на острове, который будет двигаться, крутиться, и его цель выжить. У другой команды все то же самое. Чтобы активировать пушки, нужно будет нажать на свою кнопку. Через минуту после игры на острове появится кнопка. Какой ты команды, ты должен нажать на кнопку. Например, вот красная команда должна нажать на красную кнопку. И тогда на синий упадет динамит. Ну, короче, это уничтожение базы. Ну ладно. Скажите, я понял правила. Блин. Я понял. Что, не поняли, что ли? Это заражается. Что у вас происходит? Ну что за шестеренки? Рефлексик. Ладно, пошлите. Это, фотик. Вон у них начинает дрожать остров. Живите. Спасите. Кстати, обратите внимание, как красиво выполнен остров. Все, начинаем, фотик, давай. Сейте. И, фотик, мы можем с тобой друг друга убивать, кстати. Ух, давай. Молодец. Да в смысле, а как? Фотик, давай. Уже сломалась у тебя, фотик, я тебя сломал. Фотик, убей ухо град. Он бежит за мной. Сейчас закрыл дверь. Не, так нельзя было, ну ладно. Он с другой стороны собирается пройти. Нет, не надо. О, котик. А, ты закрыл мне пушки. Ты мне пушки закрыл. Ты мне кнопку нажал, и у меня пушек нету. Слышно как? Блин, у меня не работают пушки просто. Все, давай, ПВП хэдша. О, у них там уже... А, чуть меня не попал, реально. Вы там живете? Все, делитесь на пистолетах. Аргонус, делитесь. Да я знаю, что я твой. Тимей, тихо, я чуть не упал. Брейс отсюда. Мы будем тоже помогать вам. Ну, типа, я... Аргон! О, молодец, Аргонус. Нечестно. Давай в атаку. Мы с тобой дуэль. Вся надежда на Арконуса. Арконус, я проиграл. Арконус, давай. Я не допрыгнул. Я победил уже. Нет, подожди, я его добью. Давай, нападай. Добивай. Кого? О, о. Блин, придется еще раз стрелять нас этот. Ничья. А он упал в воду, так что я в любом случае как бы победил. Нет, у нас ничья. Нет, ты все равно умер. Давайте заново, у нас ничья просто. Так, Арконус, заходи в красный портал, в оранжевый портал. Ты теперь будешь лидером команды. Портал, вон твоя база, там. Ты будешь управляющим. Ты знаешь, как это все играть, да? Или тебе объяснить? Что у них там? Мы, короче, с тобой просто выживаем, а они стреляют либо по нам, либо по себе. Они могут, кстати, по нам стрелять, по острову. А так нечестно. Нет, там нельзя пистолетами пока стрелять, не стреляемся. Я хотел у них... Давай. Давай. Арконус, давай, все от тебя зависит. Убивай его. Я знаю, я пытаюсь. Я его уничтожу. Он пошел на меня с пистолетом. Вот скажи. А у нас остров дрожит. От первого лица вообще топово. Как будто мы сейчас перевернемся. Знаешь, начинается война с Россией и Украиной. Это война. Люди на острове. А у нас вот остров переворачивается. У них война. Друг другу глаза.
Вы друг друга убили? Все, все от нас зависит. С тобой. Я победил Фотика. Кнопка. Кнопка. Кнопка появилась. Так, пойдем за ними следить. Все распавнитесь. Павнитесь заново. Давайте. Я пока взорваю вам базу. Бабах! Война, короче. Мира не будет. Воюем просто. Они с собой воюют, а мы с друг другом. А, я чуть с острова не упал, блин. Что происходит? Давай, давай, давай. Не, мы реально сейчас проиграем так. Ой, он раскачивается. О, я подбил Фотика в лицо прям. Арконс. Остался только Фрогджин. Надо добить его. Добиваем Фрогджина. Я выживу. Ты не выживешь, ты не будешь жить. Воу-воу-воу, я забыл. Он взял большую пушку. О, нет. Он сейчас меня взорвет и мой остров. Нет, не надо, пожалуйста. Не надо, я хороший. Ой. Ты утонул. Ай, а, не пробил, короче. Давай, битва в бездне. Воюем на бездне. Ура! Ох, как рация победили. Опять. Ну, я хотел вообще-то больше функционала сделать, но не успел, времени не хватило. Давайте попробуем этот, просто на острове выживать. Сейчас я еще его сложнее сделаю. Надо строить домик. Нет! Меня в космос! Что с островом происходит? Меня в космос запустило. Я в космосе. Ладно, тогда второй вопрос, а где остров? Это уже вопрос не ко мне. Он улетел, наверное. Ну, на этом наш видео строителей заканчивается. Всем пока. А я... Пока. Фотика забыли. Пока всем! Фотик. Пока.